Всем доброе утро! Наконец-таки я снимаю влог. День я начинаю с омлета. Я готовлю омлет на 2 человек. Вообще мой рацион, так скажем, устроен так, что на завтрак я обычно ем либо кашу, либо бывает ем творог, или омлет, или яичницу. Ну, думаю, как у всех людей, но я постоянно чередую. И сегодня, допустим, решила приготовить омлет с помидорками, сосиской. И получилось очень вкусно. Сейчас я хочу вам показать мой утренний 3-ступенчатый уход за кожей лица. Недавно мне подруга порекомендовала высокотехнологичную косметику с натуральным составом, который работает изнутри. Начну я уход за кожей с такой вот очищающей пенки для лица с антиоксидантным эффектом. Что хочу отметить? Во-первых, отсутствие отдушки, а меня в последнее время раздражают косметические запахи. Также после пенки кожу не сушит, хотя у меня всегда было ощущение стянутости после других продуктов. Дальше я использую такой вот увлажняющий тоник «Баланс» для коррекции себума, комбинированной и жирной кожи лица. У тоника безопасный, эффективный состав. Салициловая кислота поддерживает тонус и успокаивает кожу. Экстракт семян винограда стимулирует обновление клеток и оказывает противовоспалительное и заживляющее действие. Кстати, косметика не тестируется на животных, и это российское производство. Вот такой вот увлажняющий крем ламеллярной структуры для коррекции себума, комбинированной и жирной кожи лица от бренда Avil. Можно с легкостью провести сравнение между 2 кремами – обычным кремом и кремом от бренда Avil. Активные компоненты проникают внутрь клетки. Также происходит восстановление липидного барьера, защита от повреждений и долгосрочный эффект и стабильный результат. Упругость, тонус, напитанность, сияние, ровный тон и рельеф. Эта косметика восстанавливает целостность клетки, которая разрушается из-за воздействия окружающей среды, недосыпа, стресса и других внешних факторов. Меня привлекло то, что она не создает кратковременный вау-эффект, а работает на восстановление функций кожи. Высокие технологии производства заключаются в том, что оборудование не просто смешивает компоненты, а воссоздает из них целую структуру, которая похожа на нашу клетку кожи. Поэтому компоненты этой косметики легко проникают в кожу и восполняют ее. Оказывается, не только состав и сочетание компонентов между собой важны в косметике, а именно важна структура. Поскольку я забочусь о своем здоровье, тщательно подхожу к выбору косметики, а уж тем более делюсь с вами, меня очень привлекла эта философия о красоте изнутри, о здоровье в первую очередь. Поэтому я вам определенно советую и оставляю все ссылочки в описании. Всем привет, ребята! Вы на канале Julia Jolie и с вами Юля. Ну что ж, сегодня очень интересное видео. Я думаю, конечно же, вы уже поняли по названию, что в этом видео я вам буду показывать мою новую квартиру. Да, я переезжаю. Переезжаю я, конечно, не очень далеко, потому что как бы я в прошлом году переехала из Иркутска в Москву, и сейчас я просто переезжаю из съемной квартиры уже в собственную, которая только что построилась, сдалась. Я не знаю, как описать эти эмоции, потому что, ну, радость, знаете, такое удивление, когда ты просто даже о таком год назад не мечтал. Но сейчас я вам буду все показывать, все рассказывать. Будем с вами сегодня покупать мебель, будем покупать технику, тратить деньги. И, конечно же, покажу вам рум-тур, точнее, тур по квартире, которая, конечно же, еще полностью пустая. Я обязательно буду снимать еще много таких влогов. Также покажу кусочки переезда, как я переезжаю из съемной квартиры в эту новую квартиру. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там вы все узнаете раньше. Я думаю, что многие подписчики догадались еще тогда, когда я выложила первую там картинку, что я переезжаю в новую квартиру. Мы сейчас идем смотреть новую квартиру. У меня тут кофе, 9 утра. Но я вам покажу, посмотрим. Опережая комментарии про дом муравейник, не переживайте за нас, нам все нравится. Вообще у нас двор без машин, но, видимо, это сейчас такие разгрузочные машины, потому что все заселяются, все сейчас заезжают, и мы тоже смотреть пойдем нашу квартиру. Мы вчера ее получили, и сейчас идем смотреть. Ну что ж, ребята, я стала обладательницей новой квартиры в новостройке. Сейчас я хочу вам показать тур, так что пойдем со мной, нам будет что-то купить. Идемте, я покажу вам тур по новой квартире. Первое, что нас встречает, это вот такой вот коридор. Он довольно-таки просторный. Кстати, квартиру мы купили сразу с отделкой, поэтому тут уже были и двери, и обои, также ламинат.
ванная. Квартира у нас студия, поэтому довольно-таки просторная такая вот комната, где я буду обустраивать мое жилищное пространство. Буду вам показывать мебель, как мы будем тут все ставить. Пока что, конечно, тут ничего нет, то есть видите, но, знаете, не черновая отделка. Также вот такая вот панель. Тут я пока что еще не знаю, что именно будет, как я это все сделаю, буду вам показывать видео, но вот можете видеть тоже кладовую, где мы потом организуем наше пространство. Также тут я уже придумала, что будет, наверное, кровать вот так вот, потом по бокам будет два стола, я вам тоже буду все показывать. И еще, кстати, у нас уже есть кондиционер. У нас довольно-таки высокий этаж, поэтому очень красивый вид, мне прям нравится, потому что я люблю жить на высоком этаже. И для меня это прям кайф, потому что в съемной квартире мы жили вообще на низком этаже, там, знаете, на четвертом. Это прям очень-очень низко для меня. И я люблю жить на высоких этажах, да. Так вот. Такое вот пространство. Сейчас вы видите, конечно, редкие кадры. Квартира полностью пустая. Будем перевозить вещи, покупать мебель, буду вам все показывать. Интересные видео вас ждут. Тут такая вот кладовка у нас. Тоже пространство можно организовать. Она не очень большая, но и не очень маленькая. То есть, ну, нормальное место такое. И, в принципе, в квартире-студии, мне кажется, это хороший вариант. В следующем влоге мы с вами поедем покупать мебель, технику. Также мне ее уже доставят, и я вам буду показывать распаковку мебели, распаковку техники. Все посмотрим. Мы делаем замеры. Мама тут все измеряет. Чтобы посмотреть, как у нас будет выглядеть потом квартира, когда мы ее будем обустраивать. Вчера получили ключики. Вот такой коридор. Хочется тут сказать огромное спасибо моей маме, которая всегда меня поддерживает, помогает во всех начинаниях, да и вообще просто по жизни мы всегда идем вместе. Очень люблю. Так, я вам не показала еще ванну. Как я говорила, квартира у нас с отделкой, поэтому ванная тоже есть. Тут точно такая же дверь белая. Вот так вот выглядит. Вообще по проекту должна была быть ванная, но в итоге вот такой поддон, пока что не придумали, что с ним делать. В принципе, довольно-таки большая просторная ванная, просто, видите, тоже белая плитка, как я люблю, все в стиле минимализма. Мы сделаем зеркало, тоже вам покажу, поедем покупать санузел, также полотенцесушитель. И вот тут поставим стиральную машинку. Ну, все, вы увидите, я вам все-все покажу, конечно же. Вот так вот выглядит. Вот такая вот дверь. Тоже довольно-таки классная. Коридорчик, пространство тут есть. Пока не знаю, что тут будет, не буду говорить еще, потому что не знаю, не придумала. Ламинат. Пока полы не помыли, еще ходим в кроссовках. Все лифты еще у нас обклеены пока что. Там тоже, когда снимут, наверное, они будут такого вот цвета. Ну, обычно лифты. Это все уберется. Смотрите. Вон, видите, сколько. Видите, вон там строится вторая очередь домов. Эти сдались. Смотрите, тут открыли колясочную, такая вот большая, много места, прикольно. И сейчас вот смотрим кухню в Леруа Мерлен, которую вот смотрели. Пытаемся сопоставить с квартирой. Вот так, кстати, выглядит моя квартира, в которой я жила с августа, как только переехала в Москву. Тут у меня, в принципе, на кухне всегда чистота. Но сейчас вот тут у меня очень много коробок. Видите, чемоданы, мультиварка. Там у меня коридорчик. Ну, я думаю, вы знаете, видели. Довольно-таки просторный тоже стоит шкаф-купе. И, в принципе, диван, вещи, холодильник. Вот так все выглядит. Мама привезла мультиварку. Вообще класс, я хотела покупать. Она вот мне привезла из дома. Очень хорошая, классная мультиварка.
Так что такие вот дела. Ну вот это вот просто, посмотрите, это шикарно. Я не знаю, зачем я забрала это из дома. Под кроватью вообще, смотрите, сколько коробок. Очень-очень много. Так, вот что я уже тут сделала. Еще достала коробки, подписала. Тут у меня обувь, тут у меня постельное белье, гантели, но это не мои гантели. Вот, все собираю. Подписала хрупкое. Вот тут я не знаю, что вот, как можно не подписать коробку, все забыть. Ну ладно. Мы пришли выбирать вилки, понимаете? Вот что выбрали. Вилки, ложки. Самые простые, ну как? Вот. 400 рублей они стоят в Галамарте. Переезд — это дело такое. Это взяли вот такие вот губки, но им сейчас будем тоже пользоваться. Не нашли губки именно одного цвета, поэтому взяли разноцветные пока что, но они вроде бы хорошие. Дальше взяли набор из 6 чайных ложек. Следующее, что еще взяли, это, конечно же, основные приборы, то есть основные столовые ложки. И последнее у нас тут — это вилки. Вилки тоже столовые. Выбрали вроде бы самые такие удобные, самые нормальные, без всяких узорчиков и так далее. Ну, еще что взяли попробовать, это вот такая вот ножеточка, колесико. Потом вышло у нас все на 857 рублей, это я применила свою скидку 50%, поэтому получилось так дешево. Ну что ж, начинаем переезд. Смотрите, сколько у нас тут всего. Ну, тут просто моя жизнь. Куча всего. Сейчас собираюсь, собираюсь. И с вами отправляемся в торговый центр. Поехали! Смотрите, какие интересные есть тарелочки в виде морских звезд. Мы возьмем, наверное, вот такие тарелочки в новую квартиру. Они сейчас по скидке 129 рублей стоят. У меня вроде бы дома в Иркутске такие же тарелки. Тоже покупали в Ленте. Хорошие, красивые, вот просто однотонные. Есть прям такие вот уже поярче. Мне кажется, не очень, поэтому, наверное, нужно взять вот такие вот тарелки. Это мы, как всегда, у нас переезд скоро, мы заходим в каждый магазин и что-то берем для переезда. Взяли вот такие вот тарелки, покажу вам дома. Сейчас стоим в отделе сковородками. Мы, когда всегда, в любом торговом центре купим что-то обязательно. Знаете, кучу раз я делаю ролики, что мы покупаем в магазинах, потому что, наверное, это интересно, самостоятельная жизнь. Но я постоянно забываю это вставить потом во влог. Или, допустим, если это было все в один день, то я просто почему-то не хочу это вставлять во влог. Но сейчас вам покажу. Первое, что я взяла, это не лента, это подружка. Взяла вот такой вот бальзам для губ от Nivea с манго. Стоил 153 рубля, где-то так. Вот такой вот тропический. Дальше у нас лента, так как это влог у нас про переезд, поэтому показываю, что купили, да, для переезда. Нет, это не хлеб, точнее, это хлеб, но мы для переезда купили тарелки. Сейчас вам покажу. Взяли мы, короче, вот такие вот тарелки. Я сейчас их распечатывать не буду, потому что распечатаю уже в новой квартире, сейчас, думаю, нет смысла. Но я вам их показывала уже в самой ленте. Все они из одной коллекции. Взяли вот такую вот одну большую, вообще хотели взять такие две, но, к сожалению, не было хороших, то есть были какие-то со сколами, побитые, с точками. Поэтому взяли одну большую, две вот таких вот плоских, потом три вот таких суповых и вот такую одну маленькую тарелочку. Поэтому вот такой вот у нас набор тарелок в новую квартиру. Дальше тут такие вот конфеты, уже открытые, но это не мои конфеты. Что еще я взяла попробовать, это вот такую вот приправу для курицы. Мне интересно ее протестировать. Вроде бы у меня мама такую покупала, если не ошибаюсь, и мне даже понравилось. Поэтому взяла протестировать тоже, такая или не такая. Еще тут цветная капуста. Очень вкусная цветная капуста, прям обожаю. Дальше у нас петрушка сушеная. Далее вот такие вот разные штуки. Еще конфеты такие вот. Кто-то решил протестировать, какие конфеты вкуснее, вот эти или вот эти. И шоколадка, кофе с молоком. И все, фантики от конфет, да. А, что-то еще тут у нас есть. Творожный сыр с грибами. Ну и, собственно, это все. Очень мало продуктов, потому что мы недавно уже закупались. Мы взяли приправу попробовать. И, конечно же, набор тарелок. Вышло у нас где-то это на 1200 рублей. Очень хочу переехать, показать вам
Все это новое, я просто обожаю, знаете, обустраивать квартиру, я обожаю пространство, эстетику, вообще уборку, все это люблю. Мы сегодня с мамой очень много всего сделали, очень много всего купили. Я еще заказала на Wildberries 2 стола для того, чтобы на них учиться, работать, ну, удобные просто столы, я вам потом тоже покажу их. Также я еще заказала 2 стула, я заказала серые стулья, я думаю, они хорошо впишутся в интерьер. Также я еще заказала швабру с ведром, тоже вроде бы удобно, у меня такая была дома в Иркутске, я очень счастлива, я очень рада, это не передать словами, так что всем желаю счастья, любви, добра, до новых встреч и всем пока-пока!